Владимир Зеленский окрысился на Валерия Залужного. Украинский президент разгромил статью главкома ВСУ, где тот сознается в проблемах украинской армии. Город-герой Киев обменял золотую звезду советского памятника на членство в Европейском Союзе. Звезду спилили к приезду злобной европейской кураторши. Шведская военщина продолжает вооружать украинскую армию. Еще 8 натовских САУ переданы Украине. Впрочем, пока они ехали, то еще столько же, конечно же, были уничтожены российской авиацией. Это вы сейчас прослушали краткую выжимку и лишь на самом деле мизерную часть всего того вранья и всей той полуправды, что скармливает своим зрителям российский телевизор по новостям за 619-е сутки большой войны. Но теперь вот на протяжении следующих 20 минут, усаживайтесь поудобнее, давайте я вам расскажу, как оно все на самом деле было. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным? Что на самом деле за звезду такую спилили в Киеве? Также расскажу о том, о чем российский телевизор сегодня вообще промолчал. Об очередном провале ракетных испытаний путинской прелести ракетной ракеты «Ярс». Привет, меня зовут Артем Авдиенко. Вашему вниманию коротко, но субъективно, все самое важное по новостям за минувшие сутки. Спасибо за ваши лайки и за комментарии. Они действительно помогают достучаться нам к большей аудитории, даже если она кремлевской пропагандой одурманена. Поэтому лайкайте, пожалуйста, и комментируйте. Украинского президента попросили прокомментировать статью главкома ВСУ Валерия Залужного для английского журнала Economist, где тот описывает насущные проблемы украинской армии. И я сейчас давайте напомню 5 главных тезисов из этой статьи. Господство россиян в небе, преимущество россиян в РЭП, недостаточные у ВСУ средства разминирования и контрбатарейной борьбы. Ну и последний пункт – это проблемы в Украине с мобилизацией. И вот именно по этим причинам, уверен главком ВСУ, у российской и украинской армии сейчас и сложился некий паритет. То есть они по силам стали уже примерно равны. А значит, ни одна из армий не может сейчас совершить прорыв фронта. А значит, на фронте сейчас, говорит Залужный, сложилась патовая ситуация. И вот такие его оценки с такими вот негативными нотками, похоже, очень многих теперь вот раздражают, в том числе и украинского президента. Ведь сначала представитель его администрации, дипломат Игорь Жовква, в эфире национального телемарафона заявил, мол, не следовало бы Залужному вслух все это рассказывать. Ну, о проблемах ВСУ. Ведь это, мол, раскрывает врагу все наши карты. Ну, а потом и сам Зеленский на пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве позволил себе достаточно резко высказаться. Мол, нет на фронте никакой патовой ситуации, а есть лишь некоторая усталость от войны, что и влечет за собой, видимо, такие вот депрессивные ей войне оценки, намекая, видимо, на усталость Залужного, который тянет на себя эту всю войну уже второй год подряд. Сегодня пришло время. Люди усталы. Все устают. Все люди. Все люди, независимо от своего статуса. И это ясно. Тут ничего такого нет. Но это не патовая ситуация. Я еще раз это подчеркиваю. Мы уже про это говорили. Это не новость. Год назад мы были в очень сложной ситуации. В патовой ситуации. Все сказали, в патовой ситуации. Все. Просто все забыли. Несколько уверенных хитростей, тактик, военных операций. Войсковых операций. Но и следует понимать, что адепты русского мира в Украине, а также кремлевская пропаганда, конечно же, радостно подхватили эти намеки на заочные перепалки между Зеленским и Залужным. Ну и, конечно же, раздули это все теперь вот до масштабов якобы яростного противостояния между политическим и военным руководством Украины. Но я сейчас поспешу адептов русского мира разочаровать. Дело в том, что никакого противостояния на самом деле нет. А есть лишь, так сказать, здоровая конкуренция в вопросе уничтожения российской армии вторжения. Между военным и политическим руководством Украины действительно есть противоречия. Но только лишь в вопросе, а как лучше, как быстрее, как эффективнее российскую армию в Украине уничтожать. Вот касательно именно эффективности, действительно, Залужный и Зеленский могут ругаться,
могут пререкаться и спорить. Я согласен, россиянам это достаточно сложно даже сейчас представить. Но ведь в Москве все иначе. Яркий тому пример. Путин, ну то есть политическое руководство страны, увидев где-то на столе карту боевых действий, отдает гениальный приказ атаковать Авдеевку. Ну и Шойгу с Герасимовым, то есть военное руководство страны, роняя штиблеты, бросаются этот глупый приказ исполнять. Не считаясь с потерями, гонят они теперь россиян там в Авдеевке на убой. А вот в Украине это так не работает. Даже если бы Зеленскому, ну то есть политическому руководству, и хотелось бы, к примеру, как можно скорее отвоевать Горловку, оккупированную с 2014 года, то даже отдав такой вот приказ, Зеленский действительно мог от Залужного, ну то есть военного руководителя страны, получить отказ, поскольку атаковать Горловку это было бы, ну не знаю, или трудно реализуемо, или даже неправильно с военной точки зрения. Вот так это работает в Украине. И именно поэтому в Украине и людских потерь меньше. И именно поэтому в Украине регулярно и появляются слухи о неких противоречиях между Зеленским и Залужным. Но еще раз, противоречий никаких нет. Есть совместная работа над уничтожением вражеской армии, во время которой этой вот работы иногда приходится между собой им спорить, не соглашаться друг с другом, может быть, даже на повышенных тонах. Тогда как в Кремле такое, ну, в принципе, невозможно. Там может быть лишь одно правильное мнение, путинское. Даже если это правильное мнение приводит к доллару по 100 рублей или же к 300 тысячам потерь в Украине. О потерях детальнее. Еще 830 россиян отминусованы. Речь идет о тех, кто с оружием в руках пришел в Украину убивать. И вот по данным украинского генштаба, за минувшие сутки еще 830 таких больше этого сделать уже не смогут. Ну и общее число российских потерь в Украине на вчера, на 619-е сутки большой войны, составляет уже колоссальную цифру – 304 100 человек. Единственное что, все-таки, ну, скорее всего, речь идет о суммарных потерях российской армии убитыми и ранеными. То есть, ну, ошибочно утверждать, что вот именно 300 тысяч россиян в Украине погибли. Нет, это, скорее всего, не так. Ну, ведь даже сам генерал Залужный, главком ВСУ, в своем крайнем интервью упоминает лишь о 150 тысячах убитых россиян. Цифра тоже огромная, но все-таки вдвое меньшая. Ну и предлагаю всем зрителям именно на эту вдвое меньшую цифру теперь и ориентироваться. Но с другой стороны, знаете, а толку от этих цифр? Ведь, как мы видим, российские потери вообще могут ничего и не означать. Ну, в том плане, что и сам Залужный сознается. Ошибался, когда думал, что потери в живой силе могут Россию в Украине остановить. Оказывается, это не так. И украинский командующий теперь признает, что нельзя было вообще на такое рассчитывать. Но кто ж знал, что путинский режим настолько людоедский даже по отношению к своим соотечественникам? Кстати, мы это с вами и так видим на примере с вот этими бесконечными мясными штурмами, применяемыми российской армией. Теперь вот она это делает в Авдеевке. Ну и что Кремль действительно вообще не считается с потерями. Что Кремлю плевать на сохранение жизни своих солдат. Но знаете, что более меня удивляет, и я не нахожу ответа, почему так, что даже самим россиянам, похоже, плевать на потери в своей армии и гибель огромного числа своих сограждан в абсолютно бессмысленной для России войне не приводит, тем не менее, к каким-либо волнениям, возмущениям или протестам внутри самой России. Потери почему-то не заставляют россиян задуматься, ради чего все это делается. За что именно Россия платит вот такую огромную цену своими жизнями? И что она получает, получит взамен? Ответа нет. И опять-таки, ну вот если Кремлю на потери плевать, то это можно даже сказать, ну, исторический факт. Мы помним известное выражение, приписываемое сталинскому маршалу Жукову, что бабы еще нарожают. То вот почему у современных россиян не срабатывает инстинкт самосохранения? Почему они безропотно позволяют Кремлю отправлять себя в Украину на убой? Вот тут у меня ответа нет, ну, даже приблизительного. И если вы этот ответ знаете, если у вас есть предположение,
как именно Кремлю удалось отключить у россиян этот вот, казалось бы, неотключаемый инстинкт самосохранения, то пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Я с интересом, с вашим мнением ознакомлюсь, ибо я, ну, в недоумении, это мягко говоря. Далее чертовски интересная новость о провале ракетных ядерных испытаний в РФ. Вот такого, знаете, точно не расскажут сегодня по российскому телевизору, ведь это информация от украинской разведки. О чем речь? Так вот, оказывается, уже второй раз подряд в России провалились испытания ракеты «Ярс». Это та, что должна была бы нести ядерные заряды. Также полный провал с ракетами «Булава» и «Сармат». То есть совсем, что так вызывает гордость у Путина, когда он, надувая щеки, пугает мир мультфильмами о мощи российского гиперзвукового и ядерного оружия. Ну и вот по данным украинской разведки, 1 ноября ракету «Ярс» запускали с космодрома Плесецк, это Архангельская область, с тем, чтобы она поразила цель на камчатском полигоне «Кура». Ну или же «Кура», не знаю точно как правильно, подскажите в комментариях, куда ударение ставить. Так вот, эта ракета опять сбилась с курса, и до цели она снова не долетела. Почему говорю, почему акцентирую на «опять» и «снова»? Да потому что это уже во второй раз такое происходит. Перед этим 25 октября были аналогичные испытания, но и тогда «Ярс» также до цели не долетел. Более того, в тот же день, 25 октября, не удался запуск ракеты «Булава» с подводного крейсера «Борей». Более того, украинская разведка сообщает, ведь это еще не все, что у российской армии проблемы и с тяжелой ракетой «Сармат». Ее с 2009 года все еще изобретают на замену украинской ракете «Воевода». Но вот на календаре уже 23-й год, а найти среди российских ракетных инженеров, таких, у кого прямые руки, и до сих пор Кремлю такое сделать не удается. Ну, не буду врать. Нескольких таких с прямыми руками все-таки разыскали. Но, правда, перекинули их на производство лунного модуля. Но, опять же, ну, все мы помним, чем это для миссии «Луна-25» завершилось. Ее там, на Луне, и поджидал тот вот сибирский пушной зверек. Ну и он же, как мы видим, пришел теперь к путинскому «Ярсу», к «Булаве» и «Сармату». Тем временем у вооруженных сил Украины пополнение. От шведских союзников получили еще 8 самоходных арт-установок «Арчер». Переводится с английского как «лучник». Ну и чтобы вы понимали, насколько это серьезное усиление теперь украинской армии, то давайте немного подробнее о этих «Арчерах» сейчас расскажу. Это современная, с 13-го года на вооружении, самоходная арт-установка. Ну, то есть она приехала, развернулась, отстрелялась и уехала. И все это в течение нескольких минут. То есть на нее просто не успевает отреагировать не только вражеская артиллерия, но даже вражеские дроны-камикадзе просто не успевают к ней долететь. Даже если разведка, даже если разведывательные БПЛА заранее засекают начало стрельбы из этих арчеров. Ну и каждая эта шведская САУ, конечно же, в натовском калибре 155 мм, стреляет она на 50 км и, конечно же, может использовать высокоточные снаряды «Эскалибур». Это боеприпасы со спутниковым наведением. Но единственное, что, к сожалению, вынужден это признать, важные цели россияне сейчас взялись защищать глушилками РЭП, которые несколько сбивают точность наведения спутниковых снарядов. Но, тем не менее, натовские в калибре 155 мм все равно в разы точнее советских, тех, что в калибре 152. Идем дальше. Цена каждого арчера 4,5 миллиона долларов. Украине дали их 8 штук, ну то есть на 36 миллионов. Но почему вообще стоимость упоминаю? Только для того, чтобы вы понимали, насколько это действительно ценное оборудование, теперь вот передано на вооружение ВСУ. Ну и надо также понимать, вот будь Россия готова даже 3, 4, 5 цен за каждый такой арчер заплатить, купить она их все равно не сможет. Никто ей их не продаст. Ну, единственное, что из артиллерии Россия сейчас купить все-таки сможет, но это разве что выкупить у Северной Кореи те все старые пушки, которые еще Советский Союз Пхеньяну, ну, там, в дремучие 70-е годы передавал. Но при этом нужно понимать состояние той артиллерии.
россиянам перед использованием. Ну, теперь придется, я думаю, содрать, наверное, с десяток слоев парадной краски, которую эти пушки северные корейцы за все эти годы благоговейно покрывали. Ну и еще про ценность этих арчеров, опять-таки для понимания. Швеция с 13 года всего их 48 штук выпустила. И теперь вот еще 8 штук отдает Украине. Ну и возвращаясь к цене 8 САУ, мы посчитали, что это 36 миллионов. Но почему это важно? Да потому, что мы знаем также об общей сумме 14-го пакета военной помощи Украине от Швеции. И это более 2 миллиардов шведских крон. Ну или же более 140 миллионов долларов. И вот если на 36 миллионов Украине дают 8 САУ «Арчер», то еще около 100 миллионов долларов остается. А значит, Украина вправе рассчитывать себе на еще что-то очень вкусное. Но как минимум на снаряды калибра 155 мм к этим САУ. И вот казалось бы, ого, 100 миллионов долларов на снаряды – это очень много. Но не спешите радоваться. Это ошибочно так считать, что 100 миллионов на снаряды – это много. Сейчас спущу на землю тех, кто, может, в розовых облаках витает. Смотрите, один снаряд стоит как минимум около 1000 долларов, а на самом деле и все 2000. И за день ВСУ выстреливает около 10 тысяч снарядов. То есть за сутки в денежном эквиваленте тратится 10 миллионов американских долларов. Только на снаряды. Каждый божий день. И вот если все 100 миллионов, огромная, казалось бы, сумма от Швеции, будут потрачены только на боеприпасы в калибре 155 мм, то для ВСУ это только на 10 дней войны. Причем не слишком-то и интенсивной войны. Ведь были дни, когда Россия по Украине выпускала по 50-60 тысяч своих снарядов. Ну и помощь от Швеции, к сожалению, она же не каждый день приходит. Хотя Украина действительно очень благодарна союзникам, что Стокгольм уже 14-й пакет военной помощи за эти 20 месяцев войны предоставляет. То есть Швеция действительно на регулярной основе Украине помогает и, главное, не прекращает и не собирается прекращать этого делать. Огромную советскую золотую звезду демонтировали сегодня в Киеве. Речь идет о самом, наверное, известном обелиске, многометровой стеле, расположенной в центре украинской столицы, на бывшей площади Победы, возле здания цирка. И вот эта стела, увенчанная пятиконечной золотой звездой, она символизировала статус Киева как города-героя в Великой Отечественной войне. Ну, именно так эту войну называли в Советском Союзе, именно так ее до сих пор называют и в России. Но не в Украине. Потому что в Украине, как и во всем западном мире, Великая Отечественная – это, конечно же, Вторая мировая. Ну и началась она не в 1941 году, как это, кстати, было и указано на табличке этой вот стелы в центре Киева, а в 1939 с нападения Германии при пособничестве Советского Союза на Польшу. Поэтому и не может теперь вот идти речь о городе-герое Великой Отечественной. Нет, у украинцев теперь вот другие маркеры героизма. К примеру, теперь вот Киев – город-герой, но в Украино-российской войне. Теперь Киев – тот город-герой, который не дал себя в 2022 году оккупировать. Ну и Площадь Победы, она давно переименована, теперь это Площадь Галицкая. Что также должно резать ухо Путину. Ну, точно так же, как Московский мост в Киеве – давным-давно уже не московский, а всего лишь северный. Ну, то есть расположенный не ближе к Москве, а всего лишь на севере украинской столицы. И вот теперь еще одним советским символом в Украине, в украинской столице, в Киеве стало меньше. Пятиконечная звезда, что многие десятилетия нависала над Киевом, она теперь уже в далеком прошлом, где и самое место, вот там, глубоко-глубоко, рядом со станцией метро Льва Толстого. Впрочем, если у вас есть аргументы, почему не стоило эту советскую стелу со звездой трогать, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я вот даже специально не могу, знаете, придумать аргументов в защиту этой советской символики в центре Киева. Это все важные новости к этому часу. Спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки. Ну и увидимся теперь вот в комментариях под этим видео. Жду ваших реакций, жду ваших размышлений о событиях 619-го дня Большой войны.
Напоминаю, все будет Украина, слава ВСУ.